В Малой академии государственного управления начался новый учебный год. Сегодня в одном зале собрались и слушатели нового набора, и выпускники прошлых лет. Валентина Палкина с подробностями. Это уже 7-й выпуск МАГУ в Кировской области. Задача Академии – выявить потенциальных лидеров среди студентов региона, активизировать их социальную и творческую инициативу. Немало массовых проектов реализуют активисты молодежного движения «Добрая воля». Для ребят из детских домов и школ-интернатов волонтеры придумывают разные программы. Уже опробован новый проект «Английская игротека». Он направлен на то, чтобы расширить кругозор детей в игровой форме, в развлекательной, рассказать им о том, какие возможности открывает иностранный язык, ну и непосредственно, чтобы провести с ними время и развлечь в том числе. Среди слушателей МАГУ и студенты-медики. У них свои проекты, как, например, этот «Здоровые глазки, детство, яркие краски». Необычный урок, познавательный и в то же время веселый. В новом потоке Малой академии государственного управления будущие медики, педагоги, специалисты сельского хозяйства. Всем пришлось пройти целую систему тестирования. Хочется поздравить 42 студента, которые на сегодняшний день прошли все конкурсные отборы, показали свою мотивацию в дальнейшем своего жизненного пути, в том числе и по изучению, освоению такой сложной науки, как государственное управление. На торжественном открытии нового учебного года в МАГУ состоялось и вручение сертификатов молодым ученым, победителям грантового конкурса президента России. Валентина Палкина, Валерий Никулин, Вести Киров.